Кудайберген Жубанов, основоположник обоеведения, в стенах университета Байшева прошло научно-познавательное мероприятие, посвященное празднованию 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 120-летия ученого-лингвиста Кудайбергена Жубанова. В рамках конкурса участники защитили научные доклады о роли Абая в казахском обществе, прочли произведения и слова назидания Абая Кунанбаева, а также представили видеоролики и постановки. По словам организаторов, подобные мероприятия формируют научно-исследовательские навыки студентов, пропагандируют наследие классиков в студенческой среде, воспитывают патриотизм и гражданственность. Конечно, есть множество ученых, изучавших жизнь Абая Кунанбаева, но не стоит забывать, что основоположником обаеведения является Кудайберген Жубанов. Именно он показал на примере и доказал общественности, что великий Абай является классиком казахской литературы, и то, что его произведения интересны всему миру. По этой теме сегодня студенты представили свои научно-исследовательские работы. Мы объединили два значимых для нас события.